Шестое поколение BMW M3 представили в начале 2021 года. С тех пор легендарная модель успела получить кузов Universal и экстремальную версию M3 CS. А в ближайшее время мы увидим и обновленный седан M3, который на днях уже был замечен во время дорожных испытаний. Судя по первым прототипам, внешние изменения коснутся лишь передней части и дизайна колесных дисков. В частности, уже можно заметить новые фары с другим рисунком ДХО и новый передний бампер. А вот спорная решетка радиатора, скорее всего, останется на месте. В салоне мы увидим большой изогнутый экран, работающий на фирменной системе iDrive 8.5 и ряд других доработок. А вот по технической части пока не ясно, что обновит BMW. Нынешний M3 оснащен 3-литровым турбодвигателем. Мощность базовой M3 составляет 473 лошадиные силы. Версия Competition имеет 503 лошадки, а топовая модификация CS 543 лошадиные силы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!